Моя хорошая, несмотря на то, что я улыбаюсь часто, и мне тоже бывает грустно, и сегодня я не знаю, с чем это связано, прям настроение меняется так же, как и погода, прям плакать хочется, вот просто слезы в глазах появляются, и все. Я знаю, как всем тяжело, вот сейчас пост тоже поставила, мои хорошие. Давайте держаться вместе, что делать? Есть люди, которым сейчас намного тяжелее, и о которых тоже нужно думать, о которых я думаю. Завтра выйдет очень важный выпуск на моем канале. Я очень надеюсь, что многие поддержат мою инициативу, и кто может хоть чуть-чуть, знаете, как говорю, по миру, снитки по миру, сможет оказывать тоже помощь нашим ветеранам. Тяжело. В общем, изоляция внесла свои коррективы личиком, потому что все равно я на съемках, макияж, и, конечно, надо в домашних условиях тоже заниматься. Я вот сейчас наношу пилинг, уже это будет четвертый раз. Надеюсь, что он мне поможет избавиться от высыпания.